нас опять нет света. Пусть, Саш, пусть генератор погудит. О, да будет свет. Но это уже генератор. Придется сейчас потушить. Сейчас сниму быстренько видео. И пойдем все весело спать. Потому что, скажи, свет отключили. А генератор не хорошо долго работал. Это, скажи нам, для воды генератор. Для самого необходимого. Терри, смотри, сколько котов тут валяется. Лиса валяется. Все, кто хочет. Зачем тебе эти попугаи? Прямо сидит и сторожит. Сидит и сторожит. Не кричите. Видите, света нету. Чё кричите? А? Сейчас. Кто-то как за хвост укусит. Нет, не укусила. Жалко. Прошла мимо. Я думала, сейчас Терри получит. За то, что... Ты что, их на улицу понесешь, нет? Там холодно. Снег идет, да? Засыпет за ночь. Ой, засыпет за ночь. Раньше у нас попугаи зимой на улице тоже могли жить в своем домике, а сейчас нельзя. Там электрический обогрев. Придется, повезло им ночевать всем дома. Дома, если холодно, есть печка. Летатели. А кто закрыл эту клетку, а? Вот захочет Мерфин прийти, как он придет? А? Как он придет? Что ты говоришь? Теперь думает, что я отвернулась, можно на диван. Вот такие у меня сегодня зверюшки. Красотетовные. Терри, что там смотришь? Попугайчики. Тебе они нравятся? Страшно? Терри, страшно любит попугаев. Хватит на них смотреть, потому что сейчас потушу генератор, пойдете спать все. Ой, Лунтик там выделывается. Ой, а Тиффани как красиво лежит. Отвернулась, не смотрит на нас. Она говорит, мы с вами больше не разговариваем. Да, Тиффани? Украли канал, она расстроилась, и она говорит, я не хочу ни на кого смотреть. Все, отвернулась Тиффани. Ну, а Тинтин вообще не знаю где. Да. А, папа печку там уже топит на втором этаже. Ну, так, у нас. А ну положи мою ручку.